Оставьте все проблемы за дверью нашего такси. Ёб твою мать! Очень на это надеюсь, Чумба. Не вижу повода употреблять ненормативную лексику. Да? А помнишь, как я хотел тебя нанять на мальчишник моего двоюродного брата? К сожалению, мы не принимаем такие заказы. Я 3 месяца бабки собирал. Ладно, проехали. Заводи мотор, Дэл. Перед началом поездки необходима идентификация личности пассажиров. Пожалуйста, подключитесь через личный порт. Спасибо. Активирован пакет Excelsior. Excelsior? Дело набирает обороты. А чего ты так возбудился? Сейчас покажу. Смотри. Деламейн, давай боевой режим. Прошу прощения, но в данный момент вашей жизни ничто не угрожает. Ха. Ну ладно. Но вообще он хоть армию Арасаки может выкосить, если понадобится. Декс прямо расщедрился. Ну, по крайней мере, мы знаем, на что пошли его 65%. Excelsior. Вот теперь я чувствую, что въезжаю в высшую лигу. Это для тебя правда настолько важно? Что? Как-то дешево Декстер тебя купил. За шмотки и лимузин. Не знаю, Джек. Мне кажется, ты начинаешь терять свою стальную хватку. А мне кажется, что тебе внезапно захотелось до меня доебаться. Просто перестань фантазировать и сосредоточься. Нам еще работать. Да я никогда в жизни не был таким сосредоточенным, блять. Я скажу, почему я так себя веду. Вся моя ебаная жизнь прошла на дне, Ви. И я туда не вернусь. Привет, как дела? Ведем дружеские беседы. Мы уже скоро будем в отеле. Я установила прямое соединение, чтобы вести вас через компеки. Ви позвонит Джеку, проверим синхронизацию, на всякий случай. Ну? Шум какой-то. Скажи что-нибудь, Бак. Величайшие преступления совершают стремясь к избытку, а не к предметам первой необходимости. Чего-чего? Это Аристотель. Связь, похоже, в норме. С тобой, да. С твоим греческим другом не очень. Но мысль интересная. Поразмышляй об этом. Он херни не скажет. Ты как слышишь, Ви? Слышу тебя нормально. Супер. Ну что, похоже, все работает. Сэрами Хоркиси. Я на связи. Спасибо, что выбрали сервис Деламейн. Желаю удачи. Я буду ждать вашего возвращения. Сколько же я этого ждал? А с оружием туда нельзя. Ну что, Хьюго, вперед! Погоди, я возьму болта. Бак, мы приехали. Еще раз, бронь на твое имя. Рамон. У вас встреча с Хаджиме Таки, который добро представляет оборонный отдел. Не волнуйся, я помню. Добро пожаловать в Кампеки Плаза. Пожалуйста, проходите по одному. Без проблем, брат. Сэр. Простите, небольшая проблема. Вы можете объяснить, зачем вы принесли военную технику на территорию Кампеки Плаза? Мы торгуем оружием.
Простите? Вы Ктаки-сан, правильно? Прошу простить за недоразумение. Ага. Пожалуйста, дождитесь конца сканирования. Прошу. Йокосо, здравствуйте и добро пожаловать в Кампеки Плаза. Мы хотели бы зарегистрироваться. Разумеется. Минутку. Номер забронирован на имя... Викторино. Комната с двуспальной кроватью на одну ночь, верно? Именно так. Замечательно. Позвольте, я уведомлю Таки-сан, что вы приехали. Это херово. Это... Не надо, не беспокойтесь. Мы немного придем в себя и сами его уведомим. Извините, Таки-сан вас ждет? Я правильно понимаю? Сеньорита, знаете, сколько нам пришлось лететь? 18 часов из Новой Барселоны. Плюс задержка у Метаки из-за того, что какой-то киберпсих взорвал себя у терминала. Да, просто кошмар. Конечно, я понимаю. Ваш номер, Лазурь, расположен на 42-м этаже. О, и еще одна маленькая формальность. Активируйте чип-идентификатор. Уступаю тебе, Хьюго. Все в порядке. Желаю вам приятного пребывания в нашем отеле. Спасибо. Идем быстрее. Какая еще новая Барселона? Такая. Я мастер импровизации. Что скажешь, Хьюго? Уютный отельчик. Не то, что клоповник, куда нас поселили в Цюрихе. Ты выглядишь как идиот, хватит. Что не так-то? Я играю свою роль. Неплохой у них тут бар. Добро пожаловать в Кампеки Плаза. В будние дни заказа столов нет. Можете выбрать любой свободный столик. Или можете сесть у стойки, если хотите. Я туда загляну, если ты не против. Черт! Я с этим чемоданом как торговый агент на выезде. Пойду наверх. А когда я говорю, что полетят головы, это ни хрена не фигура речи. Слушайте, может, вам уже хватит? Вы мешаете другим гостям. Отлично! Их это тоже касается. Это по всем ударит. Что по всем ударит? Знаешь, как выглядит гонец с плохими новостями? Весит 100 тысяч тонн в длину полкилометра с атомным двигателем. Как раз стоит у нас в заливе. Ханако Арасака решила съездить в отпуск, понимаешь? Нет времени понимать. Прости. Ага, а потом будет уже поздно. Пойду лучше к себе. Заждался. Мы в комнате. Мне нравится. Хороший выбор, Бак.
Даже жалко, что нам сейчас уходить. Я не для тебя ее выбирала. Отсюда ближе к резиденту и серверам. Си-си, me acuerdo. Запускайте болта и ищите вход в вентиляцию. Должно быть просто. Простота требует большого мастерства. А это кто? Марк Аврелий? Аристотель? О нет, на сей раз это я. А где вентиляция? Запусти сканер и посмотри. Чего не нашел? Я думал, плевое дело. Болта можно запускать? Еще минутку. Вот она. Супер. Джеки, болт готов? Готов. Система исправна. Заряд 100%. Мерда. Застрял, гаденыш. Будете стоять и смотреть? Переключитесь на ручное управление. Ви, возьми у Джеки контрольный чип. Подключи Кироши к системе наблюдения, чтобы вести бота. Да. Поехали. Переключаю тебя на вид с камеры. Если закружится голова, не пугайся. Все, картинка есть. Просто взять и выйти. Веди его к другой шахте. Из офисов. Арасака выплатит компенсацию за досрочное прекращение каждого контракта. Деньги тут ни при чем. Скоро же выборы. Как это повлияет на мой имидж? Люди подумают, что я не контролирую Уотсон, мой родной район. Неделя. Это все, что мы можем вам обещать. Мы постараемся. Это все, что я могу вам обещать. Так, болт вошел. Переключаю тебя на новую камеру. А как ты поняла, что это для тебя? Там было написано для милой уборщицы. Бак, есть проблема. Спросите, что еще? Кровище. У меня тут уборщица стоит. Ну, хотя бы начать. Надо ее отвлечь. Блин. Давай посмотрим, что там в сети. Сейчас гляну. Нет справедливости в этом мире. Голопроектор, нет? Нет. Что скажешь насчет телека? Думаешь, он свободен? Скажу, ищи дальше. Кто? Ну этот красивый, богатый, смотрит всегда так игриво. У террариума панель управления. Юринову Арасака. Вряд ли пригодится. Такие, как он, всегда свободны. В террариуме есть контроллер температуры и воздуха. В смысле, попал? Да, то, что надо. Высылай туда болта. И я бы согласилась с ним спать. Даже если бы он от меня ноги вытирал. Ты лучше стекло нормально вытри, подруга. У тебя везде разводы. Бак, сработало. Я еще не так могу. Да ты знаешь, сколько эти твари стоят? Вперед. Спасибо, потом скажешь.
Окей. Резидент сидит прямо за дверью. Пускай Болт откроет замок. Что-то у него не выходит. Черт. Должен быть другой вход. Погоди. За дверью есть еще камера, но она выключена. Мне ее включить? Да, поищи, где точка доступа к системе. Так, Болт в системе. Теперь переключись на другую камеру. Вижу резидента. Все по плану. Странно, что у них тут всего один раннер. Хороший резидент заменяет 10 посредственных. Что делаем дальше? Нейтрализуем его, подключая к нему Болта. Я сейчас пришлю к тебе демона. Ретро-сленг не спрашивай. А этот резидент нас не поймает? Мы подрежем его прямо в кресле. Он даже сука сказать не успеет. Даже если бы ты туда на танке вкатился, он бы не заметил. Для нашего мира он мертв. Только сначала нужно запустить туда Болта. Похоже, шахта идет через обе комнаты. Сейчас посмотрим. Теперь переключись на другую камеру. Кажется, я нашел проход. Отправь туда Болта, а потом переключись на другую камеру. Теперь переключись на... Ви, подключай Болта к креслу. О, попался! Демоны, это круто! Болт остается тут? Будет смотреть за резидентом. Вхожу в основную сеть Компеки. Можешь выйти из системы. Асес, кома се, асе. Ну ты как? Ничего, голова кружится просто. Бак, сколько у тебя это займет? Бак, ты здесь? Да, да, я здесь. Короче, слушайте, лед толще, чем я ожидала. Пробивать придется пару часов. Пару часов? А быстрее никак нельзя. Хочешь, чтобы у меня мозг расплавился? Сиди, наслаждайся своим шикарным номером. Спасибо, так и сделаю. Ви, у нас передышка. Отдохни пока. Как думаешь, почему он отказался? А кто от чего отказался? Яринобу Арасака. От хорошей жизни. Это давно было, конечно. Просто подумалось. Как вообще так? У тебя все есть. Деньги, образование. Твой папа может щелкнуть пальцами и полмира превратиться в ядерную пустыню. И ты такой типа, да ну нахер. И все это бросаешь. Чтобы собрать банду, стальные драконы, блин. Ты посылаешь семью, одеваешься в кожу и пару лет играешь в крестного отца. Зачем? Ты же сделал то же самое. Прибился к Валентино, пострелял немного, а потом ушел. Эй, это совсем другое дело. Хей, вот это тебе не дворец в Японии. У меня не было выбора. Я за это заплатил, если ты помнишь. 3 пули в грудь, одна как будто до сих пор в легком. Не сравнивай меня с этим, Ихо-де-Пута. Ха, турист несчастный. Помяни черта, он только что зашел в отель. И мы снова в игре. Сигналка в пентхаусе отключена.
Перфекто! Шоу начинается! Эй, ба! Вот это! Я все время была на связи? Алекс Плавиныч? Са? Слушай, насчет твоих бонов. Чьих твоих бонов? Прости, я не то... Знаю. Ну, заслужи мое прощение. Ну, пока все идет гладко, да? Да? Чувак, да ты просто оптимист. Да? А тебе что ни скажи, ты во всем видишь только негатив. Говорю тебе, самое трудное позади. А чего вы все притихли-то? Тогда это... анекдот хотите? Что? Ты серьезно? Да ладно. Вот, слушайте. Что говорят киберсвиньи? Они говорят хром-хром. Ха-ха, смешно, да? Боже правый. Ого. Неплохо быть наследником самого императора. Уж всяко лучше, блядь, чем сыном Рауля Уэллса. Ребята, внимание! Сейф! Только быстро! Эй, а что за спешка? Йори Нобу куда-то исчез. Что, растворился в воздухе? Он в какой-то мертвой зоне. Сейчас я его найду. А вы давайте работай. Он там, под полом. Ищите переключатель. Ринобу оставил нам прощальный подарок. Не фонтанка, ты смотри-ка. Выдвигайся. Иди сюда, Ри. Что дальше? Подключайся по личному, и я посмотрю. Ясно. Теперь ты, Бак. Да, сейчас. К нам кто-то летит. Бак! Не знаю, кто это, но на ноги подняли весь персонал. Человек 200, не меньше. Не нравится мне это. Ты долго еще идти? Черт, Йори Нобу идет в пентхаус. Нахуй его! Открывай сейф! Почти готово. Есть! Круто! Дай-ка я посмотрю. Чип в порядке? Целостность биочипа 100%. Думаю, да. Все, уходим. Стоп, нельзя. Йори Нобу сейчас войдет. Прячьтесь. Где? Большая колонна, туда! Да ты, блядь, шутишь? Нет, полезайте в нее! Мы успели. Проблему это не решило, Ти. Я в курсе, что проблема не решилась. Дайте мне подумать. Пошли, блядь. Это что, Адам Смэша? Охранник. Хуже. Легенда Найт-Сити. И репутация у него так себе. Что делаем? Ждем. Они уже здесь? Идут к вам с посадочной площадки. О ком они, блядь, говорят? Бак, кого там несет? О, нет. Только не это. Не может быть. Сабура Арасака? Император? Еще одна ебучая легенда. Тише. Вряд ли тут есть звукоизоляция. Куби вот скоманеде коретте и тадаро. Мерда. Тихо. Азуштюры. Арасака-сама. Мада будет чеку гао ватеймасен. Ваташи но муску да.
Рей на моно, кайшу шимашока. Ватаси га яру. Итте куре. Пронесло. Не говори. Если бы он нас увидел... Он не увидел. Помолчи, окей? Просто охуеть не встать. Сабура Арасака. Атаси га кизуканай то демо омотта но ка? Сомо-сомо оре но кото о ки ни шита кото нанка най даро. Анта но мондай тен ва соко да. Сека ва дзивен чушин ни ма овотте ру то омотте ру. Гома да ё. Йори но ку. Дошите коко э? Жики-жики ни оре ни кусучу ку ажи авасе. Тачиба омои шираせる даре ка? 出る杭を打たれるとよく言うだろう。自分の言葉じゃ何も言えないのか。貴様こそ自分が何をしようとしたか分かっているのか。私たちの功績を野蛮人に渡すな。私たちの未来を。俺たちの未来。俺たち何かの間違いだろ。 あんたは自分のことしか考えてない。そしてこの会社のことしか。いつかこのような日が来ることは分かっていた。貴様はついに越えてはならない一線を越えたのだ。これまでお前の愚行には目をつぶってきた。 だがそれもここまでだ。この裏切りだけは決して許せぬ。貴様の母親が生きていなくてよかった。息子の不甲斐ない姿を目の当たりにして心を痛めずに済んだのだからな。 Сабуру Арасаку. Блокировка подтверждена. Внимание! Там Бэки Плаза объявлен красный уровень опасности. Просим не покидать своих номеров и выполнять указания персонала. Нану саваги дес. Дарекага чини до комотта. Доку? Сода. Юринобу-сан, шикаши. Такемура, омай но ошигото ва нанда? なんの話です。単純な質問だ。答えろ。荒坂家の家事を守ることです。今後はもっとしっかり責任の果たしを望んでいるぞ。お許しください、荒坂様。決して失望はさせません。 Вообще творится. Юринобу, блядь, придушил Сабура. Что? Вот, блядь, собственного папашу.
Ну что тут скажешь? Сейчас будет не продохнуть от охраны. Ёб твою мать, это пиздец. Где Юринобу? Я не знаю, я потеряла камеры. Они блокируют все системы. Да, есть кое-что. Давайте в окно. Открываю. Там есть лестница. Лестница. О, нет. Нет, 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 вашу мать! Меня нашли! Так! Диу Санто Пендито! Ты больше нет! Блять! Высшая лига, да? Доволен, Джеки? Посмотри за углом! Джеки, просто не смотри вниз! Бля, как высоко-то! Бля, это травма? Если они за Сабура, то уже поздновато! Надеюсь, нас они не видели. Чинка да мадра! Секрети будут явно лица! Пора валить! Черт! А, еще бы немного. Его пробили. О, Мадрес! Это херово. Джеки, ты ранен. Забей пока на меня. Проверь чип. Разгерметизация. Целостность чипа 94%. Он разрушается. Караху. Звони, Паркер! Быстро! Чтобы рассказать про наш проеб? Звони давай! Ви, камбэки по всем каналам. Что там у вас творится? Есть проблема. Криокейс поврежден. Целостность чипа... Джеки! 86! 86% и падает! Черт! Так, слушай внимательно. Вы можете сделать только одно. Кому-то из вас надо вставить чип в нейроразъем. Мне кажется, это опасно. Чем дольше ждешь, тем больше риск все просрать. Но раз нет другого выхода... En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Джеки, ты как? Не знаю. Вроде бы ничего не поменялось. Когда вернетесь, мы вынем чип, просканируем и очистим мозг. Но сначала вы должны выбраться оттуда. Мы работаем над этим. Дэл, мы будем через пару минут. Приготовься. Ясно? Разумеется, мистер Уэллс. Смотри, у меня, бля. Нам надо как-то дойти до фойе, оттуда спуститься на парковку. И лучше побыстрее. О, России. Класс. Теперь уходим отсюда. Чисто. Адрес. Отбой. Не высовывайся. Здесь тоже все чисто. Спустимся вниз. Это учение. И снимем по-тихому. Спецназ? Войе. Скоро начнут прочесывать этажи. Тихо. Обнаружен резидента и военный бот модели ВОП. Дроны обнаружили активность на территории пентхауса и открыли огонь. Юринобу Арасака эвакуирован из отеля. Повторяю. Юринобу Арасака эвакуирован. Ты только посмотри на это. Глушитель нам пригодится.
Осторожно. Там, наверное, дохера охранников. Понял. Подозрительного. Дверь на балкон вроде как сломана. Значит, проверьте еще раз.
Отправляйся! Осталось недолго! Смешно? Да, смешно. Наверное, печень накрылась. Доигрался. Ты не грусти, Ви. Мы выберемся. Да, ты так в этом уверен? Слышь, не срывайся на меня. Я же вижу, как оно все...
Откуда взялся этот лимузин? Хороший вопрос. Я не знаю. Советую вам обоим немедленно сесть в автомобиль. Как дела у машины? Отлично, но, к сожалению, за нами погоня. Ёбаный нас! Сохраняйте спокойствие. Чего? Проезд запрещен. Автомобиль замечен воздушным судном противника. Я разберусь. Как эти говноеды не уймутся! Выполнен! У нас получилось, Джек! Да, вроде того. По данным сканирования, мистер Уэллс находится в критическом состоянии. Вези нас к Риперу сейчас! Приношу извинения, но это невозможно. Маршрут поездки был определен и оплачен заранее. Я не имею права его менять. Нахуй твои права! Делай, что я говорю! Ничего, Ви. Я выдержу.
Советую поддерживать мистера Уэллса в сознании. Все будет нормально. Увидишься с Мисти, с мамой, со всеми своими. Джеки, не закрывай глаза! Мисти, она знала. Она все знала. Мечи, не потеряй ради меня. Останков по выбранному адресу. Мне нужен лишь пункт назначения. Вик Вектор позаботится о нем. Родным лучше его таким не видеть. Хорошо, как пожелаете. Мистер Дешон ожидает вас в номере 204. До встречи, высшей лиги, Джеки. Тебя ждут. WNS. 54-й канал. Пираты. О вашем проебе говорят все. А где Джекстер? Остался в машине? Да, он там. Он мертв. Соболезную, друг. А где Чип? У меня с собой. Этого я и боялся. Что? Сабура Арасака мертв. Ты понимаешь вообще, во что вы меня втянули? Вы завалили его величество, императора. Все, кто как-то с этим связан, подписали себе смертный приговор. Из-за тебя мы вляпались в это говно. Как ты нас готовил к операции? Ты не знал, что Сабура Арасака будет в отеле? Я не мог прийти к нему и заглянуть в его ебучий ежедневник. И вообще вас никто не просил его убивать. Это были не мы. Да ну, так и скажи Арасаке, когда за тобой придут. Ладно, спокойно. Надо продумать следующий ход. Забираем у Паркер нашу долю и уезжаем из города. Но сперва тебе надо что-то сделать с лицом. Ванная вон там. Приведи себя в порядок.
Я не хочу рисковать, Ви. Помнишь наш первый разговор? Все тебе пизда! Я выбираю тихую, спокойную жизнь. Обойдусь без лучей славы. Тихо, успокойся.